Эй, приветствую, дорогие друзья, с вами Ингрей. Надеюсь, ваша душа станет чуточку теплее с игрой Darklands. Вперед, Quick Start. Я бы сказал, что в рамках рубрики «Первый взгляд» мы пробуем с ней ознакомиться, но я не сильно уверен. Не сильно уверен, что получится ее, судя по всему, запустить. Понимаю, это воины некие. Ну смотри, что-то мы запустили. Музыка пошла, друзья. Какая же охуенная музыка. У меня как раз голова болит во время она. Я так понимаю, но эта игра запускается как бы через GOG, но при этом DOSBox. То есть это очень древняя игра. Опции мы видим с вами. Я так понимаю, не смогу я даже продвинуться в ней хоть как-то. Потому что я пришел от какой-то списку заданий, я так понимаю, но... А, серьезно, я смог отсюда выйти? Выйти на главную улицу. Ну, слушайте, да, это, то бишь, супер олдовый RPG в текстовом стиле. То бишь, здесь все делается с помощью текста, я так понимаю. Пришли мы к какой-то темной башне. И тут же ушли. Боже мой, друзья, нет, здесь есть геймплей. Я даже могу выбирать неких персонажей, у меня их 4.
Да, друзья, даже некий бой происходит. Я так понимаю, моих убьют. Бум-бум-бум-бум. Но они вроде дерутся, кроме рыжеволосой бабы и мужика в белом. Так, а можешь атаковать? Как берсерк. Я так понимаю, это больше воины, потому что они дольше держатся. Не, когда я игру скачивал, постер там, конечно, был прикольный. Понял, что это что-то сверхстарое, но все же. Да. Ну, постер был классный, ладно. Тут как бы вообще ноль претензий. Что, это еще не конец игры для нас? Нам надавали по шапке, но это не конец игры. Прикольно. Что ж, друзья, на этом давайте тогда и закончим знакомство с этой игрой. Тут нужно, ну, совсем дико понимать, что хотя бы написано, чтобы хотя бы тыкать куда-то что-то. Думаю, что вполне себе игра в свои, для своих времен была все-таки неплохая. Я не буду говорить, что игра говно, потому что я ничего в ней не понял. Опять же, ну, кстати, все померли, я так понимаю. Потому что, ну, есть игры, которые, ну, не такие старые, но, допустим, когда даже 15, там, может быть, лет 12, там, 10. И когда там более-менее понимаешь, что управление хреновое, ты понимаешь, что как бы уже не тот год, когда нужно управление делать супер корявым. А в эти времена люди пытались что-то делать и, в принципе, осуждать их за то, что управление сейчас кажется неудобным. Да и тогда могло, конечно, казаться не очень удобным. Я уж все-таки не стану совсем глупым. Что ж, всем спасибо. Всем здоровья, счастья. Любить себя, друзья, любить своих близких. Постарайтесь полюбить людей вокруг, потому что если наполнять этот мир любовью, а давайте это делать, он будет наполняться ненавистью, агрессией. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Всем до новых встреч. Пеки-пеки.